Всем привет, друзья, гости нашего канала, а также наши подписчики. С вами, как обычно, канал Питбули Блэк Мамба. Посмотрите, пожалуйста, ребят, на этого бедного рунделька. Рундя, что ты? Посмотри, как тебе вообще спится на этой подстилке, а? Господи. Вот, ребят, это просто ужас какой-то. Не знаю, вытаскивает эту подстилку и потом вот так вот спит. Вот скажите мне, пожалуйста, вот ему комфортно вот так вот спать? Рундя, тебе комфортно так спать, мальчик? А, мальчик? Ребят, после того случая антиклининг Бертруда отправилась в клетку вместе с текилой. Ну ее нафиг, потому что это просто невозможно, что она творила. Да вы и сами все видели, там уже много сочинений по поводу антиклининг, да? Бертруда. Бертруда антиклининг, да? Разнесу в квартиру, да? Гарантия качества обеспечена. Друзья, также внимание обратите, пожалуйста, на ее воротник. Вот каким способом она умудрилась его сожрать. Посмотрите, что она сделала с этим краем. Ну, это ужас просто. Бертруш, а, Бертруш, вот скажи мне, как ты умудрилась его сожрать, а? Ну, вот просто, ну вот как, Бертруша? Что ты возмущаешься? Ну и, конечно же, само расстройство, Рунделек. Рундя, Рундик, Рунделеша. Да ладно тебе, парень. Ну, Рундя, что ты, мой маленький? Что ты глазками? Ну не расстраивайся, Рундя. В чем дело, мальчик? Что ты плачешь? В чем дело, мой мальчик? Да? О? На что ты возмущаешься? Это что у тебя случилось? Я тебя из клетки не выпускаю, так мы сейчас гулять пойдем? Да, ты и текилка. Мы вместе пойдем на улицу. Пойдемте. Рундя, ты пойдешь на улицу, Рундик? Ты хочешь на улицу, малыш? Дети мой маленький, Рундик. Ну а самое, конечно, кайфовое, ребят, это сейчас тишина, то, что здесь происходит. Текила, ты молчишь, текила, а? Бертруша. А Бертруша всегда была молодец, а вот текилка нет. Ой. Текилочка, ты Берту любишь? Да, смотрите, смотрите, ребят, как текилка ухаживает за Бертой. Ай, ты моя девочка, ты Берту моешь. Ай, ты умничка, Берту она моет. Молодец. Молодец, девочка. Молодец. Да? Ай-яй-яй, вот ты какая красивая текилюша и Бертруша. Блин, ну посмотрите, что она сделала со своим воротником. Берта, а? Ты просто вредитель какой-то. Ты. Бертруда. Теки. Ну что ж, друзья, все, пора отправиться на прогулочку. Сейчас мы с вами вместе выйдем с Роном и Текилой. Это будет, думаю, интересно. А, да, пока не забыл. Ребят, пойдемте-ка найдем как Кашамбе. Вы постоянно спрашиваете, где он. А вот он, Кашамбе. Привет. Привет, Чипса. Как твои дела? Чипсик. Чипсокот. Киса. Как твои дела? Чипец. Ай, блин, этот чипец сразу в ванну убежал.
Вот шаг, говнюшок. Иди сюда. Привет. Да я сейчас снимаю как раз-таки собак. А она к нам и идет. Да. Я и отхожу, чтобы она не подошла. Ну, это все вместе. Боша. Ну что ж, ребят, все, мы погуляли, увы, дольше не смогли, потому что вы сами видели, сколько там маленьких собачек. Так, Теки, давай в ванну, давай, иди в ванну. Все, залезай. Нет, в ванну, ты чего, девочка? Ну давай, вперед. Давай, прыг. Молодец. Давай, Рунделёша, сразу я вас обоих помою. Все, давай, иди в ванну. Давай, залезай. Не, куда? Рундя, в ванну, давай в ванну. Давай, залезай, там, я думаю, поместитесь уж как-нибудь. Давай, малыш, давай, понять. Все, так, ребят, ну что, я их быстренько помою. Да потом включусь. Еще вот у нас маленький блоховозик. Тоже мыться хочет, да? Но надо сейчас сперва помыть вон эту банду. Ронда, текила. Ай! Сейчас, короче, моем и буду включаться. Ну, потому что что показывать, как я их мою. Думаю, это все обыденно. Ну чё, Рунделёк? А, Рунделёк? Рунделёшка. А тебя я не выпущу пока. Нет, Бертруда. Нет. Ой, все. Ну чё, вы сами все видели. Было действительно очень много маленьких собачек. Да сами понимаете, в общем, туда как бы ходить, ну, это просто самоубийство. Бошик увидел свою невесточку, да, Бошик? Ты невесточку свою увидел. Поэтому ты добежал. Ой, этот Боша, это просто нечто. Увидел свою невесту и полетел туда. Чё-то я не понял. Ага. Она сняла бинты. Ну, понятно, но, в принципе, я все равно сейчас ей буду сейчас швы снимать. Поэтому, в общем-то, ничего страшного. Да, Рунделёшка. А где текилка? Текила, что ты там делаешь? Иди, моя девочка, сюда быстрее. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Привет. Целая банда. Так, ну Бертруду я боюсь выпускать, когда эти на свободе, потому что все равно у нее сейчас пока лапка еще. В общем, там много всего, поэтому реально боюсь ее выпускать. Ай, Рунделёшка. Ай, ты соскучился, мальчик. Ай, ты соскучился. Ты меня кусаешь-то. Что ты меня кусаешь-то, морда? Смотри, что делает он под ногами. Бошка уже вот здесь, он уже все. Ай, ты уже убежал? Теки. Бертруда, господи, боже ты мой, что ты там наделала, а? Что ты наделала, Бертруда? В общем, дурдом какой-то. Теки, ты мне точно, я не знаю, что у тебя за манера. А вы куда пошли? А? Слушайте, ребят, по поводу, на самом деле, пускать собак на кровать, не пускать. Ну, слушайте, это дело каждого, ребят. Тут как бы, кто как хочет, тот и пускает. У меня в последнее время, честно могу вам сказать, на кровати только Бертруда залезает. Рон и Текила очень редко. Вот вы увидели, да, но это действительно очень редко. Так, туда. А так, в основном, Бертруда, да, но Бертруда просто, что под контролем. Вон, смотрите, причем самое интересное, все было нормально. И вот она сейчас сняла. Да? Так, вышли оттуда.
харе, текила. Все, успокойся. Теки! Знаешь, что он с ним делает, а? Ты, маньячка. Ну-ка, слезь с него. Это что такое? Нет, это что такое, а? Ты, что это такое? Да ладно, ладно, Рон, не буду я ее трогать. А? Что это такое, текила? М? Что? Что это такое, текила? Твой носик этот текилюшистый. Ой, все, блин, уставший после работы. Но зато вот такой вот небольшой для вас контент. Не знаю, насколько он выйдет. Бертрон, ну ладно тебе. Ты хочешь к ним? Но к ним нельзя. Ты вообще не знаю, как с тобой не воевать. Вот что мне с тобой делать, а? Так, ладненько. Че, будем тогда сейчас снимать швы? Все подготовлю, да надо снимать уже потом. Сделать и повязку, да и все. Ну что ж, ребят, так, я все подготовил, в принципе, так. Вот это вот я обдал кипятком. Ножнички да щипчики, потому что искал водку, короче, водку не нашел, не знаю. Была всегда водка. Пузырик у меня маленький для таких дел. Но сейчас почему-то нету. Так, все. Молодец. Ну что ж, давай. Ложись. Так, ну что, ага. Все, у нас здесь все хорошо. Я смотрю. Так, вот. Сейчас мы поставим. Попробуем, по крайней мере. Так. Ну что ж, отмачиваем. Ай, Бертруда, 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 ты ходячий геморрой, да, маленькая ты Бертруда. Нет! Ты и так мне проблем доставила, все. Еще этого не хватало. Ходячие приключения Бертруда. Так, ага, опухоли нету. Уже давным-давно сошла. Так, все. Тяжело снимать, конечно, и делать такие дела. Но ничего. Ляг. Так. Вот так. Господи, не валяшка. Лежи! Лежать! Стоять. Угу. Так. Обязательно обильно хлоргексидином, либо перекисью водорода. Ну, это сами понимаете, для чего, да? Нам задача, чтобы это все размякло. Берта, лежи, пожалуйста. Ай, господи. Вот она, жопа шильная эта девочка-то, а? Какая? Где твоя там передняя лапка? Сейчас-ка мы тебе подвинем чуть-чуть. Все, лежать. Все. Вот так. Лежать. Вот. Мало. Лежать. Лежать. Так, здесь у нас. Вот она себе, зараза, здесь сняла. Я сейчас ругаться на тебя буду. Ты меня поняла?
готово. Здесь. Так. 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 Отлично. Подождем еще минуточку где-то и приблизительно будем снимать. Ну что ж, ребят, все. Вот у нас наши уже шовчики, я думаю, отмочились. Берем аккуратненько пинцетиком. Сейчас пробуем. Ага, так. Первый пошел. Сейчас зацепим. Все, первый сняли. Так, готово. Второй сняли. Ага, видимо, не подрезал. Это ваш очень плохо видно, вот она. Угу, не подрезал. Так. Еще один сняли. Готово. Теперь осталось вот тут. Сняли. Так. Ну что ж, ребят, в принципе, вот и все. Вот так вот сняли швы Бертруде. Все. Все нормально. Все. Бертрудочка готова. Вот они, швы. Все. Всегда все можно, в принципе, это сделать в домашних условиях. Если не боитесь, конечно.
Честно говоря, ребят, я думал, как бы, что шрам такой будет более ужасный, но на самом деле, сейчас смотря на нее, как бы, и на этот шрам, да все нормально, все отлично. Да, Бертруда? Да? Все? Я снял тебе? Да? Я снял тебе швы? Теперь уже не страшно? Да, моя малышка? Все, швы сняты. Бертруш, швы сняты. Да. И радуйся, девочка. Теперь можешь жить уже с полноценной жизнью. Толстая, ребят, смотрите, какая стала. Помните, какая она была похудевшая? Посмотрите, а теперь... А теперь Свинтруда, Башуня. Ой. Ну ладно тебе, Башунь. И Свинтруда. Ой, подтягухи, господи. А ты аккуратненько все равно, ты прихрамываешь еще. Ронда. Нельзя, вот он на нее рычит постоянно. Рунде. Ну ладно тебе, ты же умненький мальчик. Ну зачем ты на свою дочку рычишь? Ну, вот у нас вот так вот мы ходим. Вот такие вот мы Бертруды. Бертруды, Бертруды. Вот так вот, ребята, она сейчас выглядит. Чё ты нюхаешь? А? Ты, козочка? А, козочка? Ну что ж, ребят, в общем-то, я думаю, на этом будем и заканчивать. Всем спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наше следующее видео. С вами был канал Питбули Блэк Мамба. До скорой встречи, ребят.